Малярная мастерская эвакуатора Тома. Привет, Мэтт. Чем планируешь заняться? Пинта, папа. О, ты хочешь стать супергероем? Как здорово! Кем же ты будешь? Мистером исключительным из суперсемейки? Здорово! Я уверен, Том тебе поможет. Давай отправимся в его малярную мастерскую. Привет, малыш Том. Здравствуй, Том. Мэтт уже едет к вам, и он хочет стать мистером исключительным. Мэтт, ты готов к трансформации? Чудесно. Том, с чего начнем? Правильно, Том. Нам нужно защитить глаза Мэтта. Итак, приступим к перевоплощению. Ты прав, Том. Мистер исключительный, красного цвета. Какой красивый цвет! Что дальше, Том? Кажется, малыш Том знает. Все верно, малыш Том. Мистеру исключительному нужно покрасить в черный цвет бампер, крылья и вокруг глаз. Ты уже можешь открывать глаза, Мэтт. Маленькая кисточка для маленьких деталей. Так и нужно. Все верно. Просто прекрасно, Том. Мэтт уже готов ехать. Кажется, у малыша Тома есть идея. Давай-ка посмотрим, что он придумал. Потрясающая деталь, малыш Том. Мэтт, теперь ты готов. Или я должен сказать, мистер исключитель. Спасибо за вашу потрясающую работу сегодня, ребята. Мэтт действительно выглядит как мистер исключительный. Здравствуй, Билли. Кажется, это все очень тяжелое. Я уверен, мистер исключительный тебе поможет. Ух ты, мистер исключительный, такой силач! До свидания, ребята, до новых встреч! Привет, Денвер! Куда ты едешь? В малярную мастерскую Тома? В кого ты будешь перевоплощаться? В Салливана из корпорации монстров? Здорово! Увидимся в малярной мастерской Тома. Эй, Том, Денвер приехал, чтобы перекраситься. Он хочет, чтобы ты превратил его в Салливана из корпорации монстров. Том говорит, тебе нужно надеть защитные очки. Том, у тебя найдутся очки побольше. Вот, теперь ты готов для преображения, Денвер. Да, малыш Том, ты тоже должен защитить свои глаза. Хорошая мысль, малыш Том. Мишке тоже нужны очки. Все верно, тебе понадобится голубая краска. Но какая из этих красок подходит для Салливана? Вот это нужный цвет. У тебя все найдется, Том.
Голубой тебе идет, Денвер. Нам будет также нужна темно-синяя краска для меха. А еще понадобится кисточка. Уже становится похоже, Денвер. Что дальше, Том? Все верно, фиолетовая краска. Да, и большая кисточка для фиолетовых пятен. Какие еще детали нам нужно добавить, Том? Ну, конечно, нос, рожки, брови и хвост. Кажется, осталось сделать еще кое-что. Все верно, Денвер. Ты не можешь стать счастливым монстром Салливаном без его зубов. Вот это да! Ты выглядишь в точности как Салливан из корпорации монстров, Денвер. Все верно, малыш Том. Денвер – дружелюбный монстр. Молодчина, Том. Ты такой счастливый, Денвер! Никто тебя не боится! До свидания, друзья! Скоро увидимся! Привет, Карл! Какой ты радостный! Куда ты направляешься? В малярную мастерскую Тома? Ты счастливчик! Привет, Пикл! Ты тоже едешь в малярную мастерскую Тома? Правда? Отлично! Каким героем ты хочешь стать? Ребята, вы хотите превратиться в Тома и Джерри? Я хочу на это посмотреть! Эй, Том, ты готов превратить Карла и Пикл в Тома и Джерри? Да? Прекрасно! Кто будет первым? Ты, Карл? Хорошо. Пикл, мы скоро вернемся за тобой.
чего начнем, Том? Мы покрасим Карла в серый цвет, как кота Тома. Хорошая идея. Нам понадобятся еще какие-нибудь цвета. Да? Для чего? Ты собираешься покрасить Карлу живот? Восходно. Что еще нам нужно? Кошачьи ушки. Ух ты, Карл, ты теперь точно как Том. Чего-то не хватает. Кошачий нос. Ну, конечно. Это все, Том? Хвост. Ты выглядишь потрясающе, Карл. Ой, то есть, Том. Ну что, теперь можно заняться Пикл. Пикл мы тоже покрасим аэрозольной краской, Том. В какой цвет? Коричневый, как мышка Джерри. Хорошо, Том, приступай. И живот тоже. Замечательно. А что насчет мышиных ушек? Вот и нигде. А усы для Пикл тоже найдутся? Ты что-то забыл, Том? А хвост для Джерри не нужен? Ну что, теперь Пикл готова поехать на улицу, Том? Звучит в точности как Джерри. Смотрите, Карл догоняет Пикл точно так же, как Том и Джерри. Пока, Том. До новых встреч, друзья. Какой непогожий денек в автомобильном городе. Привет, малышка Эмбер. Скучно, потому что тебе приходится играть дома. У твоей мамы есть замечательная идея. Почему бы тебе не поехать и не перевоплотиться в кого-нибудь в малярной мастерской эвакуатора Тома? Погоди, тебе понадобится это.
Здравствуй, малыш Том. Эмбер приехала для преображения, потому что ей совсем не хочется играть под дождем. Какая прекрасная идея! Эмбер, малыш Том предлагает тебе превратиться в Сквиртл, покемона-черепашку. Тогда у тебя будет свой домик, чтобы прятаться от дождя. Заезжай внутрь вслед за Томом. Здравствуй, Том. Ты можешь превратить Эмбер в покемона Сквиртл? Тебе повезло, Эмбер. У Тома есть все для твоего перевоплощения. Каким цветом мы воспользуемся? Синий слишком темный для этого. А зеленый, ну, слишком зеленый. Ты прав, бирюзовый точно нам подойдет. Хорошо, что вспомнил, малыш Том. Эмбер, тебе нужно надеть защитные очки для безопасности твоих глаз. Знаешь, что дальше? Тебе нужно покрасить живот Эмбер в желтый цвет. Но как ты это сделаешь? Прекрасно! Малыш Том собирается показать тебе, как стоять на задних колесах. Теперь твоя очередь, Эмбер. Отлично получается. Постарайся устоять, а Том покрасит твой живот. Вот так. Стой смирно, Эмбер. Постарайся сильно не смеяться, не то упадешь. Отлично. Еще немного желтой краски. Теперь добавим детали. Здорово выглядишь, Сквиртл. Малыш Том, ты поможешь своему папе привезти раковину Эмбер? Ух ты, какая чудесная раковина! О, ты хочешь надеть ее и прокатиться, да, малыш Том? Теперь давай наденем ее на Эмбер. Да, кажется, все готово. Ой, погоди минуту. Нужно добавить еще кое-что. Закрученный хвостик. Идеально. Итак, Сквиртл, похоже, ты можешь ехать. Ой, погоди. Малыш Том тоже хочет поиграть под дождем. Ты разрешишь, Том? Спасибо тебе большое, Том. Эмбер очень понравился ее водонепроницаемый костюм Сквиртл. Веселитесь, детишки. До новых встреч. Еще один день и еще один пожар потушен. Молодчина, Фрэнк. Ты, должно быть, сильно устал, Фрэнк. Будешь отдыхать остаток дня? Здорово, ты заслужил это. Эй, здесь малыш Фрэнк. Ты ждешь своего папу? Он был сегодня очень храбрым, потушил такой большой пожар в городе. А вот и он, весь покрыт сажей. Как мило, малыш Фрэнк помогает своему папе помыться. Хорошо получается, малыш Фрэнк. Что вы собираетесь делать сегодня?
Вы собираетесь поехать к Тому в малярную мастерскую? Прекрасно. А как насчет тебя, малыш Фрэнк? Что ж, если тебе сегодня не нужно в школу, можешь поехать вместе с папой. Привет, Том! Как дела у тебя? У Фрэнка освободилась вторая половина дня, и он приехал к тебе на перевоплощение. Папа малыша Фрэнка потушил сегодня большой пожар в автомобильном городе. Фрэнк – настоящий герой. У тебя появилась идея персонажа для Фрэнка? Превосходно! Фрэнк будет идеальным Бэтменом! Это должно быть для цвета кожи Фрэнка. Эта серая краска будет отличным основным цветом. Хорошо, что напомнил, Том. У Бэтмена на костюме изображена летучая мышь. У тебя есть наклейка? Прекрасная наклейка, но, Том, она бесцветная. У тебя есть логотип летучей мыши или что-нибудь похожее? Как мило! Малыш Фрэнк говорит, что покрасит ее, пока ты закончишь костюм папы. Тебе стоит поехать за карандашами, чтобы нарисовать наклейку для своего папы, малыш Фрэнк. Ты должен гордиться таким маленьким помощником, Фрэнк. Пора перекрасить тебя в другой цвет, Фрэнк. Прекрасная идея. Малыш Фрэнк, ты можешь нарисовать символ летучей мыши, пока Том достанет аксессуары? Малыш Фрэнк, Том говорит, что ты чудесный помощник и талантливый художник. Что это, Том? У тебя появилась еще одна идея? Хорошая мысль. Ты можешь превратить малыша Фрэнка в помощника Бэтмена, в Робина. Ты хочешь сделать символ и для малыша Фрэнка тоже?
Кажется, малыш Фрэнк унаследовал талант своего отца. Теперь пора примерить аксессуары. Что там у тебя, Том? Здорово! Пояса супергероев! Ребята выглядят потрясающе, не так ли, Том? Ты думаешь, чего-то не хватает? Давай посмотрим в твой сундук. Может быть, там что-то осталось? Ну, конечно, им нужны маски. И кажется, перевоплощение завершено. Ты проделал отличную работу, Том. Они выглядят в точности, как Бэтмен и Робин. Теперь вы двое можете охранять автомобильный город. Хорошего дня, друзья! И спасибо тебе за все, Том.